приветствую уважаемую публику. Очень приятно. Хочу представить вам наш дуэт. Оркестр. Антон Залетаев, замечательный музыкант, будет играть сегодня и на флейтах. Сейчас будет сопрано-саксофон, тенор-саксофон и различные флейты. В том числе даже блок будет. Вот, блок флейты. А может и не будет. Ну, кажется, будет. Сейчас прозвучала пьеса. Вы знаете, кстати, если у вас будут какие-то мысли по поводу названий, был бы благодарен, потому что, кстати, очень часто публика придумывает. Мне в голову, у меня одна уже цифра. Вот эта пьеса зовется номер 9. И до сих пор нет никакого другого нормального названия. Вот. А сейчас прозвучит сольная вещь, тоже без названия. Вот. Так что... Thank you.
сейчас прозвучит вещь, вот как раз с флейтой. Мы его забыли. Просто следует традиция. Одна женщина на одном концерте дала название пьесе. И пьеса называется «В честь какого-то мудреного цветка», которого я, по-моему, ни разу не видел. И название его не... А, есть вот такое. Thank you.
Спасибо. А сейчас прозвучит пьеса номер 14. И будет задействована старинная блокфлейта. Очень интересный момент, да? Антон играет на всем вообще. Спасибо. Конечно, очень старинная. Thank you.
Спасибо. Сейчас прозвучит, наверное, коротенькая пьеса, фортепианная и длинная. И будет антракт. Спасибо большое. А эта пьеса немножко отличается, в названиях от других зовется этюдом. Thank you.
Thank you.
Антон Залетаев. Это пьеса Шортера, Вейн Шортера, называется «Infant Eyes». А сейчас прозвучит сольная пьеса для рояля. Thank you.
пьеса, у которой наконец-то есть название, и название «Восхождение». Thank you.
Сейчас прозвучит коротенькая фортепианная пьеса, и сразу же за ней пьеса, состоящая из двух вещей, вальс и вальс. Приглашаем Дима Загатаева и вальс, и вальс. Thank you.
Он залетает. Флейта, саксофоны. Кажется, последний номер нашей программы. Наконец-то вот Beatles умели придумывать название Blackbird. Просто и красиво. Вот пьеса Beatles. И музыку, естественно, умели.
Антон Залетаев, Дмитрий Яковлев, очень приятно, что вы были с нами. Большое спасибо. До новых встреч.